Общежитие, которое раньше принадлежало воинской части, с сентября 2019 года передано на баланс поликлиники номер 1. Это здание было решено реконструировать и предоставить в виде служебного жилья молодым врачам Темиртау. Теперь в доме будет 86 одна- и двухкомнатных квартир. Таким образом, планируется решить проблему нехватки медицинских работников. Этот вопрос находится на контроле у акима области. Конечно, этот вопрос инициирован и отработан в первую очередь нашим руководителем управления здравоохранения, потому что дефицит врачебных кадров есть. И его скрывать не нужно. Зачем прятаться, нужно решать вопрос. На сегодняшний день уже проводится экспертиза дома и составляется проектно-сметная документация. Сдать дом в эксплуатацию планируется уже в конце 2020 года. Александра Любимова, Сергей Баданин. Новости Темиртау.